И последнее. Городской музей закрыт на ремонт. Снаружи здесь полностью переделают вход, установят новый, более удобный пандус для маломобильных групп населения и установят кнопку вызова персонала. Тот подъемник, что находится внутри помещения, будет, наоборот, демонтирован. Его заменят на современный лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в МРЦ переоборудуют санузлы, обновят выставочные залы и приведут в порядок служебное помещение. Уже 1 сентября музей вновь распахнет свои двери для горожан. В этот день здесь начнет работу выставка работ мастеров из окружной столицы. Лифт будем устанавливать после того, как он придет. Заказали в городе Новосибирске, поэтому обещали они в течение 40 дней нам его сделать. Как сделают, так придет, мы его установим. А все работы внутренние в течение 20 дней закончить в помещении. Мы хотим этим ремонтом добиться того, чтобы обеспечить более легкий доступ к нам в помещении музея маломобильных групп населения. Вот мы очень активно в последнее время работаем с инвалидами, например, с детьми-инвалидами, реализуем программу «Мой друг музей», и нам хотелось, чтобы им было очень комфортно и уютно в музее.